С недавних пор в сочинских школах появился новый и уже традиционный праздник – день вручения школьной формы. Радовать ребят Лига женщин решила весь сентябрь. Очередную партию из 51 комплекта сегодня получили младшеклассники со всего Большого Сочи. Эту общественную организацию образовательные учреждения называют первыми помощниками. Сочинки-меценаты учили все тонкости, в том числе и так называемые элементы корпоративного стиля. Уже второй год подряд мы выдаем именно ту форму, которая есть в данной школе. И поэтому у нас даже детки из малоимущих семей не выделяются. Они все идут в школу, как положено, в той форме, которая положена. Повседневная, и она не обнашивается, ткань не вытирается, рубашечки красивые, цвет не меняют. Очень практичную форму мы заказываем. Ирина Чуркина – мама пятерых детей, четверо из них школьники. О такой организации, как Лига женщин Муздобра, многодетная мама узнала 4 года назад, когда впервые отправляла в школу своих двойняшек. Вот и сегодня неоценимая помощь поступила как нельзя кстати. Большое спасибо за форму. Это, конечно, необходимая школьная форма. Сейчас пойди купи, попробуй. Сейчас очень дорогая форма. Это очень благодарность, то, что нам выдали форму. Большое внимание при шитье формы уделялось составу ткани и ее экологичности. Комплект, уверяют члены организации, ребятам прослужит до конца года. К тому же в этой форме школьники смогут пойти и на любое торжественное мероприятие. Взамен Лига женщин попросила лишь хорошие отметки. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.